В большинстве случаев люди не готовы к тому, что их жизнь пройдет полный круг. Одна женщина, которая думала, что у нее будет нормальная беременность, начала паниковать, когда поняла, что происходит с ее ребенком настоящей красавицей. Дженни с нетерпением ждала возможности стать матерью. Много лет она молилась о ребенке, и наконец у нее должна была родиться дочь. Однако первым признаком того, что все будет немного по-другому, стало то, что у Дженни отошли воды на 34-й неделе. Это произошло на несколько недель раньше обычного. Поскольку ребенок был маленьким, было решено, что Дженни сделает кесарево сечение. Во время кесарево сечения все, казалось, шло хорошо, и Дженни не испытывала никаких проблем. Ее сердце было переполнено радостью, когда она услышала, как плачет ее дочь. Как сказал один из врачей, она прекрасна. Все изменилось, когда она кое-что поняла о своей дочери. Ее кожа, которая должна была быть мягкой и нежной, начала твердеть. Дженни чувствовала панику врачей. Она запаниковала и начала кричать, спрашивая, все ли в порядке. Она не получила немедленного ответа. Один врач спросил ее, не хочет ли она еще лекарств, но она не смогла ответить. Все потемнело, прежде чем она смогла. Первое, что она сделала, это спросила своего мужа. Ей сказали, что он был с ее ребенком, и когда она спросила о ребенке, ей дали неопределенный ответ, который ее беспокоил. Она боялась, что что-то не так, и изо всех сил старалась сохранять спокойствие. Через некоторое время врачи, наконец, сообщили ей новость. Они сказали, что это врожденный дефект. Сначала Дженни не думала, что это имеет большое значение, предполагая, что большинство дефектов можно исправить, тем более, что мы прошли долгий путь в медицине. Однако растущая тишина заставила ее желудок сжаться. Дженни была в замешательстве, когда врачи оставили ее и ее мужа одних в комнате. Ее муж сказал Дженни посмотреть ей в глаза, и у нее была самая прекрасная душа. У ребенка Дженни был диагностирован актиоз орликина, редкое кожное заболевание, с которым врачи в больнице не были знакомы. Когда она родилась, было много паники, потому что я не знал, кто был неправ. Ее передали Дженни, чтобы она наконец смогла поддержать свою девочку. Но момент не мог быть мирным воссоединением, на которое она надеялась. Эмоции Дженни были на пределе. Она не могла контролировать свое мнение о будущем своей дочери. Она беспокоилась о качестве жизни Анны, но старалась не погружаться в эти мысли. Все пытались провести исследования на эту тему и даже слышали несколько обнадеживающих историй. Однако Дженни не осмеливалась слишком много думать об этом. Она никогда не чувствовала себя такой одинокой, но через некоторое время поняла, что должна сделать выбор. Этот выбор заключался в том, чтобы быть рядом с ее дочерью. Она никогда не простила бы себе, если бы обращалась со своей дочерью так, как будто она была менее ценной, чем она была. В тот день ее муж приехал, чтобы забрать ее, чтобы они могли вместе увидеть Анну. Женя была благодарна, потому что знала, что всегда может рассчитывать на его поддержку. Когда она пошла навестить свою дочь, ничто не могло подготовить ее к тому, что ей предстояло увидеть. Это был первый раз, когда она посмотрела Ане в глаза. Внезапно слова ее мужа всплыли в ее голове, Дженни. Она верила, что ее дочь была чистой красотой. Глаза были горды, увидев мощь своей дочери. Ее состояние означало, что были препятствия, которые делали работу по воспитанию детей немного более сложной. Было много случаев, когда Дженни изо всех сил пыталась привыкнуть к состоянию Анны. Однако одна судьбоносная встреча придала Дженни дух, в котором она нуждалась. Однажды в дом Дженни пришла жена друга ее мужа, женщина поделилась своей историей. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где найдете еще много интересного.